Очень красиво. Вообще великолепное зрелище. Потом где-нибудь в интернете увидим себя. А, вы по поводу камеры? Конечно, тогда помашите ручкой мне. Я для этого и готовлю кадры. Извиняюсь. Такие маленькие паровозики. Смотрите, как все красиво. Все наши. Там наши. Да, там тоже наши. Каждый наслаждается своим. Кто-то у фонтанов, кто-то у маленьких павильончиков покупает. Тут надо, знаете как, слушать прекрасную музыку, наслаждаться этим великолепием и думать о своем будущем.